59-й концертный сезон открыли в областной филармонии имени Акана Сире. Выступление началось еще до входа в зал. Для зрителей играл оркестр. Как и каждый год, в этом сезоне подготовили совершенно новую, яркую программу. Артисты всегда стараются найти что-то необычное для себя, говорит солист филармонии Руслан Мустафин. Солисты тоже добавили новые номера, выучили новые песни. А также у нас песни с подтанцовками. Там, допустим, из солистов, допустим, вот мы сделали из солистов квартет. Открывают концерт оркестр казахских народных инструментов имени Сегиз Сере. Всего в программе 25 номеров. В каждом собраны изюминки культуры самых разных народов, проживающих в Казахстане. Тут и казахские песни, и русские. Ансамбль «Туган Жер», например, подготовил корейский танец, который зритель одарил бурными аплодисментами. Диана Салихова, Шерния Сыманов, МТРК.